Друзья мои, всем привет! И сегодня я бы хотела познакомить вас еще с одной цитатой и мудрой мыслью, которую я бы хотела озвучить именно так, как сказал это современный писатель Сергей Федин. «Цель жизни в том, чтобы не искать цель жизни». Я поискала этого писателя в интернете, нашла его фотографию, потому что я никогда не слышала о Сергее Федине. Возможно, в свой выходной или же в каникулы я познакомлюсь с творчеством этого писателя, но я нашла также множество идей о смысле жизни, которые он вместе с этой тоже транслирует в сети интернет. Послушайте, мои дорогие. Нет ни смысла, ни умысла, но есть Божий промысел. А дальше он говорит, лучше предать смысл, чем предать его. Смысл жизни – мыслить и жить. А далее, есть ли смысл искать всю жизнь, смысл жизни? Вот такие вот интересные комментарии и разные другие, и тоже под аватаркой этого писателя. Мне кажется, что это просто чудесно, если цель жизни мы не будем искать, если мы не будем ставить своей целью жизни именно поиск смысла этой жизни, да, если мы не будем ставить целью определить, в чем же был этот замысел, да, если мы будем считать, что действительно есть какой-то Божий великий замысел на нас, и каждый из нас может только лишь в рамках этого Божьего замысла реализовывать себя с самой лучшей стороны, то я думаю, что наша жизнь, она приобретет действительно больше смысла. Вот смотрите, если мы не будем искать этот смысл в жизни, а мы будем всего лишь ставить жизненные ориентиры. Добьюсь вот этого, сделаю вот это, сделаю вот это, и в конечном счете проживу эту жизнь осмысленно. Каждое свое движение я направлю на то, чтобы жить радостно, жить счастливо, жить осмысленно, приносить пользу обществу, приносить пользу своему здоровью, приносить пользу и радость окружающим меня людям. И вот тогда, мои дорогие, возможно, и не нужно будет искать эти смыслы, не находить их, разочаровываться, ставить перед собой какие-то такие цели материальные. Возможно, стоит просто жить, радоваться этой жизни, жить осознанно, жить счастливо. И, в принципе, это непросто. Это большой труд осознать себя просто живущим радостно и счастливо человеком. Вот, ну, вот такие вот мои мысли. Что вы думаете о смысле жизни? Что вы думаете о цели жизни, своем жизненном предназначении, для чего мы рождаемся? Это все очень-очень-очень интересно. Смыслы жизни, они прописаны в книгах. У меня уже есть небольшое видео про смысл нашей жизни, о поисках, о том, как философы видят этот вопрос. Но, тем не менее, хотелось бы почитать ваши комментарии. Я рада, что познакомила вас с цитатой писателя Сергея Федина, который нам дает интересные свои мысли по этому поводу. И всем пока, до встречи в моем следующем видео.